До нашої студії завітала Зоряна Лучна, лікарка-алерголог. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Давайте розпочнемо, мабуть, із найголовнішого питання, власне, що таке бронхіальна астма. Багато хто про неї чув, багато хто краєм вуха, як то каже, навіть знає, що це таке, але з чим вона пов'язана і, власне, що це за захворювання? Ну, знаємо, що кашляють люди, задихаються. Что это за заболевание? Я несколько слов скажу, что еще во время Гиппократа уже предполагали, что вот есть какое-то заболевание, когда оно отличается от других заболеваний. И как оно проявляется? Проявлялось в виде приступов удушья, кашля, затрудненного дыхания, риноконъюнктивитом, слезотечением. И потом со временем пришли к выводу и выставили такой диагноз, как бронхиальная астма. В переводе с греческого обозначает затрудненное дыхание или удушье. Что такое бронхиальная астма? Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, которое характеризуется воспалительным процессом. В этот воспалительный процесс входит таких 3 ингредиента, можно сказать. Это бронхоспазм, когда человек задыхается, это гиперсекреция, когда выделяется мокрота, и отек. Значит, але бронхіальна астма може бути без мокроти, возможно, да. Может быть и без мокроты. Какая причина именно бронхиальной астмы? И я скажу вот такое новое слово – аллергия. Значит, потому что 80% причин бронхиальной астмы – это есть аллерген. Что-то такое аллерген или антиген. То есть это что-то чужое должно влиять на человека и вызывать какие-то клинические проявления. Тот же самый кашель, удушье, затрудненное дыхание, слезотечение и так дальше. 20% – це якась інша хвороба, ну, бронхит, наприклад, так? Або якщо не лікувати кашель, то може бути бронхіальна. Да, но бронхит может быть острый, может быть хронический. Бронхит может перейти в холод, то есть хронические обструктивные заболевания легких. Астмы есть специальные, то есть астма это не тот же бронхит, но бронхит может перейти в бронхиальную астму, если для этого есть причины. Какие причины? Это наследственность. То есть если в роду болеет, например, оба родителей, то это 80% возможности, что их дети заболеют бронхиальной астмой. То есть это будет еще зависеть от того, какой образ жизни будут вести их дети, в каких условиях они будут жить, как они себя будут вести, курят, не курят, что они кушают и так дальше. Следующее. Повертаемся до астмы, яка з алергією пов'язана. Аллергия, да. Я еще 2 слова скажу, какие бывают аллергены. Аллергены бывают инфекционные или неинфекционные. Неинфекционные – это пыльцевые, то есть это цветущие сорняки, пыльца цветущих сорняков. Бытовые, сюда входят клещи, сюда входят перо-подушки, домашняя пыль. Сюда входят медикаментозные, сюда входят инсектные, это укус насекомых. Сюда входят пищевые. Сюда, конечно, сюда входят пищевые. Якщо у нас алергія є на якусь, я знаю, на бджолу, так? Якщо бджола укусила, то також може викликати, так? Да, конечно. Даже бывает иногда на укус комара, тоже может быть. Вот так кашляем, мы не знаем, ничего, задыхаемся. Да, и сюда входят грибковые аллергены. И инфекционные – это вирусы, это сюда входят паразиты. Вот, например, если у человека, например, там есть аскариды, лямбли и так дальше. То есть их процесс жизнедеятельности тоже может вызывать приступы удушья, даже не думая о том, что такое возможно вообще. Як, можливо, можна діагностувати? Чи можна самостійно якось, там, я знаю, випити протиалергічний якийсь препарат і стало легше? Чи це лише звертатися до лікаря? Ви знаєте, в принципі, так і роблять. Коли чоловік задихається, він вважає, що там чим-то поперхнувся, що це от сьогодні, завтра вже цього не буде. Іноді до цього проходять роки. А качество лечения зависит, как давно человек болеет, что он принимал, то есть лечился он или не лечился. Вот я еще повторю, то есть зависит от наследственности. Если у человека есть наследственность, что родители болели, это возможность, что вот через год у него уже наступит бронхиальная астма. То есть если человек болеет, он обязательно, то есть предполагает, что это возможно, он сразу должен идти к врачам. Якщо до лікування, чи взагалі можна вилікувати бронхіальну астму, чи її можна лише, як то кажуть, приспати трішки? В принципі, як ви говорите, приспати. Саме головне для бронхіальної астми, щоб человек был в длительном периоде ремиссии. То есть, если он будет выполнять то, что ему говорят доктора, и у него не будет приступов удушья, это очень большой ему уже плюс. Но Самое главное, чтобы человек осознал, что он больной, потому что бронхиальная астма – это хроническое заболевание, которое нуждается в повседневном приеме лекарств. Как сахарный диабет, например, люди инсулинозависимые, как гипертоническая болезнь. То есть они ежедневно должны принимать какие-то препараты, чтобы они чувствовали себя отлично. Также и по бронхиальной астме. Чи є якісь методи профілактики? Чи методом профілактики є от саме вологе прибирання, так? Якщо це напил може бути, я знаю, там засоби від комарів. Конечно, самое первое – это человек должен быть здоров, и он, как я всегда спрашиваю больного, что вы делаете для того, чтобы вы были здоровы? Иногда затрудняется сказать. Витамины. Пью витамины, да. Тепло одеваемся. Значит, первое – это образ жизни. То есть, как человек, вот, например, человек, который с ожирением, он больше склонен к бронхиальной астме. Человек, который активно или пассивно курящий, да, то есть он пассивно или активно. То есть в каких условиях человек работает? Если он работает с бытовой химией, а бытовая химия это, в принципе, в наше время чуть не на первом месте стоит по возможности заболеть бронхиальной астмой. Если мы ему говорим, пожалуйста, уйди с этой работы, найди себе другую работу, они этого не слушают. То есть это больше возможность того, что он в ближайшее время заболеет бронхиальной астмой. Чи є якась статистика, хто частіше хворіє? Ну, зрозуміло, що все ж таки дорослі, мабуть, більше хворіють, ніж діти. Так, ну, розумієте, проявляється більше в дорослому. Більше, тому що вже в такому, ну, як ви говорите, дорослі, то есть люди вже присоединяються і інші захворювання. Наприклад, там артрити, артрози, це гіпертонічна болезнь, теж сахарний діабет и тут же, конечно, уже проявляются приступы удушья. То есть, может быть, в детстве он легче проходили вот именно сама бронхиальная астма, но с возрастом она усугубляется. А чи є якісь фактори, які підвищують ризик загострення астми? Якщо ми знаємо, що вона вже у нас є, але, наприклад, ну, можливо, не знаємо від чого, можливо, вона з'явилася по спадковой линии, так, от батьків. Ну, если, например, идет эпидермальная аллергия, то есть сенсибилизация шерстью животных. Но на шерсть животных нет аллергии. В основном идет аллергия и на их мочу, и на слюну. Когда животное себя облизывает, чешет, вот и потом шерсть летит, да, и вот за счет этого человек заболевает. Значит, если человек знает, что у него аллергия, а для этого надо делать аллергопробы, чтобы конкретно определить, на какой аллерген идет аллергия. И самое главное, это элиминация аллергена, то есть уйти от причины, которая вызывает именно бронхиальную астму. Если он знает, что ему не надо идти в эту квартиру, где живут животные, значит, он не должен туда идти. Если он знает, что он задыхается на табачный дым, значит, он не должен курить. Если он знает, что ему надо снизить вес, значит, то есть это все зависит от самого больного, конечно. А от врача зависит, то есть врач уже советует, какие именно надо препараты, потому что бронхиальная астма, есть 4 степени бронхиальной астмы. Первая – интермитирующая, то есть легкая, иногда она, не можно сказать, эпизодическая. Она может быть раз в году, то есть во время, например, цветения амброзии. Именно август-сентябрь, в это время у человека интермитирующая бронхиальная астма. Но она проходит так, как у тех, которые болеют, ну, вот, круглогодично. Покашлял и не помечаешь, так, что оно есть? Конечно. А воно може виявити, що є якась бронхіальна астма? Ну, ні. Ви мене трішки налякали, слухайте. Ні. Ну, це все серйозно. В будь-якому разі потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, прислухатися до свого організму, так? От, наприклад, якщо чоловік в одне і те ж саме время, наприклад, август цвіте, там, ринокон'юктивіт, там, задихається і так далі. Тобто, це вже признак того, що це може перейти, тобто, це поліноз, алергія на цвітучі сорняки. Це вже признак того, що в человека может быть бронхиальная астма. Чи може бути алергія на холод, наприклад? Зараз похолодало і... Буває холодова алергія, да, буває. І теплова буває, то есть на сонце буває така холодова алергія, буває. От саме от лікування і діагностика. Діагностувати ми можемо за допомогою лише певних процедур, так? А от лікування, наскільки воно складне є? Також от щоденно, зранку, звечері потрібно робити якісь певні процедури? Це залежить від степені бронхіальної астми. І від чого вона, так? Звісно. Значить, якщо чоловік знає, що якийсь алерген, він має убрати, елімінація алергена, тобто убрати алерген. Значит, ну это вот интермитирующее, может быть там раз-два раза в год. Но больные с 3-й степенью и 4-й, это персистирующая бронхиальная астма, он практически нуждается в ежедневном приеме ингалятора. А зазвичай, коли звертаються, на якій стадії вже? Ну, в принципе, не могу. В основном, когда уже, наверное, 2-я, 3-я, да, то есть персистирующая легкая или персистирующая средней степени тяжести. Потому что все лечат бронхиты, лечат пневмонии, ОРЗ. И потом только кто-то подскажет, если человек не обращается к врачу, ну, пойди к врачу, что-то не то. Ты принимаешь лечение, а эффекта то нет, значит, возможно, это бронхиальная астма. Что вы порадовали нашим глядачам, вот такие заключные? Я еще два слова скажу насчет лечения. Значит, сейчас есть такая программа в медицине, называется «Доступні ліки». То есть люди, которые страдают бронхиальной астмой, они, ну, это зависит от степени тяжести, практически они нуждаются в повседневном приеме ингаляторов. Значит, из-за этой программы государство бесплатно выдает лекарства. То есть эти ингаляторы, которыми человек снимает приступы, и как идет базисная терапия. Это стероидные ингаляторы. То есть в таких случаях человек идет, ну, больной идет к доктору, доктор ему выписывает рецепт. С этим рецептом больной идет в аптеку, и ему дают бесплатно препараты. Тобто, якщо у вас стримувало те, що ви потратите багато коштів, то все ж таки варто звернути увагу на своє здоров'я, тому що зараз вже більш доступні ці ліки. Звісно, от є програма «Доступні ліки». Что такое реимбурсация? То есть это возвращение. То есть человек бесплатно получает лекарства. Но самое главное, чтобы он ими пользовался. И пользовался правильно. Иногда бывают случаи, что больной в течение нескольких лет пользуется ингалятором. А приходит и говорит, а эффекта-то нет. Но не может не быть никакого эффекта. И когда его спрашиваешь, а покажи, как ты им пользуешься. Вони просто неправильно користуються. І за цього немає якості препарату. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про бронхіальну астму, яка буває зовсім різною. І переконана, що для багатьох ця інформація була дуже корисною. Багато хто скористається вашими порадами. Нагадаю, що в нашій студії була Зоряна Лучна, лікарка-алерголог.